хорошие, привет-привет. Мы с мужем, нас Мияша отпустила в филармонию. Осталась с бабушкой, мы этому очень-очень рады. То у Мии почему-то пришел период неотпускания. Хотя мы до 3 лет вообще, она так шикарно нас отпускала. Просто в легкую, ну, мы все делали по фэн-шуй, знаете, там. Не убегали, мы с ней говорили, а вот сейчас, то ли это потому что, ну, чуть-чуть она у нас приболела, мы тут выздоровели, это из-за этого. Мы не знаем, вот мы сколько анализировали, к общему какому-то знаменателю не пришли. Но мы, как говорится, живем здесь сейчас, Мия сейчас в радости с бабулей скачет, а мы поехали в филармонию. У нас в Екатеринбурге начинаются безумные дни, ну не начинаются, потому что сегодня 2-й день, 3 дня всего, безумные дни классической музыки. Красота. У тебя как настрой? Хорошее. Это как Мия, у нас всегда хорошее настроение. Поехали. Подготовка у музыкантов и состояние предвкушения. Атмосферу. Сходили мы на концерт, нам очень понравилось. Все-таки классическая музыка имеет свои такие высокие, в хорошем смысле, вибрации. Конечно же, это все передается, в каком состоянии писал автор, композитор и в каком состоянии были музыканты. Нам очень понравился дирижер, такой уверенный, самоценный, классный. Ну, это вот стоит, это надо ходить, это для себя, как говорится, для своего душевного развития. А потом сесть по мороженке, как сделали мы. Знаете, надо доставать свои парадные костюмы. Я очень люблю этот пижамный костюм, он у меня дорогой, из кашемира. И сегодня я его достала и нашла в нем 1500 рублей. Вот это приятно, сходить в филармонию. Завтраки на улице – это прекрасно, да, Николя? Что ты сегодня заказала? Пять. Какую? Овсянку. У меня сегодня идет не по своей старой схеме, она сегодня с овсянкой. Мама, папы почему-то овсяную кашу сама кушает и готовит, а папе дала... свою кассу, и почему-то она его не давает овсяную кассу. Вот так вот. Кстати, кто какую занимает позицию? На стороне омлета
либо на стороне глазуньи. Вот общество у нас делится. Вы на какой стороне? Микуль, ты на какой стороне? Не, на стороне каши. Я на стороне глазуньи. Муж на стороне омлета. А Мия, как вы поняли, на стороне каши. И я на стороне каши. И теплодок тоже на стороне каши. Но Мияша всегда забирает все у нас помидоры, все салаты. Каша выбирает, то он все съедает из чужих тарелок. Да? Да. Вот так вот. И грибок еще? Да. Без листика. Ой. Забыла. Листья, это не наши. Лялька, ты, мама тебя кормит. Ага, вот, конечно, сама как будто она не умеет. Смотрите, какое романтичное сидит мое сокровище. Скромное сокровище. А? Достаточно. Достаточно, видите, достаточно. Дня. Второй день безумных дней, как говорится, в филармонии. И мы уже пришли на концерт был с фортепиано и взрослые музыканты. Это, конечно, небо и земля. Больше какого-то, знаете, расслабления, больше какой-то, вот если вот можно передать вот эту осознанность, да, мама? Да. Какую-то вот, она и чувствуется. Вот вчера мы с мужем ходили на концерт, где были, ну, молодые, то есть там, скорее всего, или подростки играли. Они вот, видимо, от возраста это тоже очень сильно зависит. Либо от их межличностных каких-то отношений. И либо они больше волновались, эти просто пришли, передали эту энергетику приятнейшую классической музыки, просто в состоянии принятия, благодарности. Лично мне показалось это больше так. Великолепное, особенно фортепиано. Просто изумительно. Концерт очень понравился. Еще пойдем? Обязательно. Будем ходить в филармонию. Я вообще в филармонии первый раз. Я вообще не ходила на музкомедию, во все театры мы всегда ходили, а в филармонии я ни разу не была. Ну, стоит на нее ходить. Мне очень понравилось. Очень-очень понравилось. Я очень рада, что Мия с папой сейчас сидят, посидели вместе, посмотрим, что у них там, как дела. Что это, Мияш, у тебя? Веер, да? Подарочек ты. С подарочком. А еще дома ей подарок. И дома баба тебе какой-то сюрприз приготовила, да? Ну, ты вся в этих сюрпризах. Да.